Замечательная печёночница. Царевна лягушка от Натальи Курчиковой-Богатовой. Она начала распускаться у меня розовой. Потом вдруг появились сиреневые у нее оттенки. Вообще очень обильное цветение, хотя вот прислала она мне ее в прошлом году только. Такие крупные цветочки. На экране голубыми, кстати, смотрятся. А еще она мне с ней вместе подарила царевну лебедь белую. Прислала. Та еще почему-то не цветет. Тут очень такая низинка у меня и холодно, сыроватый. Вот. Царевна лягушка от Наташи Курчиковой-Богатовой.